Свобода снова собирает друзей. Чувашская общественная организация соцподдержки и защиты граждан организует творческий инклюзивный концерт. На сцену ДК Хузангая выйдут люди с инвалидностью и артисты Чувашии. Концерт, который состоится 30 марта в 17:00, посвятят Всемирному дню счастья. Наш концерт инклюзивный. Все наши мероприятия направлены как раз вот на создание такого здорового климата в обществе, вот, чтобы ребятки с инвалидностью поверили в себя. Одна из наших основных целей – это размыть эти психологические барьеры, которые, к сожалению, сохраняются в нашем обществе. Мы же все равны, все едины, и наличие инвалидности, каких-то болезней ни в коем случае не должно препятствовать общению, взаимопониманию, взаимоуважению и взаимодействию. Свобода собирает друзей. 30 марта в 17:00 ДК Хузангая. Состоится благотворительный концерт, приуроченный Международному дню счастья. Это будет добрый концерт и невероятный калейдоскоп разноплановых артистов. Мы ждем встречи с вами.